стадион Ноу Камп, чтобы посмотреть встречу старых соперников, футболистов Барселоны и мадридского Реала. Однако равной борьбы не получилось. Барса выглядела на голову выше, хотя справедливости ради отмечу, что и у Реала были возможности для взятия ворот. А героем матча стал бразилец Ромарио, дебютант Барселоны, забивший 3 мяча. Вы видели, как он открыл счет на 25-й минуте. Посмотрите, какая прекрасная техника. Барселона продолжает атаковать. В этой точке опасно нарушать правила, ведь бить будет Куман. И он нанес свой фирменный удар. Это произошло в начале второго тайма. Реал провел контратаку, но вратарь был более удачлив, нежели нападающий. На 57-й минуте после удара Ромарио счет стал 3-0. Опасный удар мадридцев, и вратарь теперь выручает Барселону. А вот так Ромарио забивает свой третий мяч. Кстати, это его третий хет-трик в чемпионате Испании. А за 4 минуты до конца 5-й гол записал на свой счет Иван, вышедший на замену. Так Барселона завершила разгром мадридского Реала.